У Гомельском державном медицинском университете прошла республиканская конференция, присвященная инфекционным захворываниям, у тым лику коронавирусу. Мероприемство проводили у онлайн-формате. Удельники – студенты, аспиранты и молодые навуковцы с Беларуси и России. Тематичные направки включали новые технологии у медицине, ставление населения до профилактичных прищепок и эпидемиологичную характеристику ВИЧ-инфекции в Беларуси. Представники Тверского медуниверситета одну со своих работ присвятили сучасным сродкам для опрацовки рук хирурга. Их коллеги с Курска доследовали тему наркомании. Не засталася поза увагой актуальная тема распаўсюджвання коронавирусной инфекции. У своих докладах молодые навуковцы анализовали особливости диагностики и лечения COVID-19 при тяжарности, развитие тяжких форм захворывания, течение инфекции у мужчин и женщин, а так само у дорослых и детей. Основная масса докладчиков, конечно, будет из нашего вуза. Мы отобрали 12 самых лучших докладов, презентаций, которые будут посвящены самым актуальным проблемам инфектологии, фтизиатрии и дерматологии, и венерологии. Вот. Ну и что касается тем, прежде всего, COVID-19, очень актуальная тема. Студенты, вы знаете, у нас работают и волонтерами, работают, так вот, да. И студенты заинтересованы этой темой и очень активно разрабатывают истории болезни, помогают при анализе всех данных, которые на накапливаются и, возможно, к чему-нибудь это может привести в дальнейшем к какому-то более каким-то значимым выводам. По выниках снежинских навуковых читаний на сайте Гомельского медуниверситета появится электронный сборник навуковых работ.